Приветик, не спящие и все остальные любители прыгать. В общем, я тут подумал, ну, ускорение 1.8, я думаю, будет норм. И судя по тому, что я видел, мы еще далеки от финала. Это плохо. Ну, явно нехорошо. Какая-то жижа. А? Но когда-нибудь я ее закрою. Когда-нибудь я смогу ее пройти. Я уверен в этом. Можете даже не сомневаться, почему 50? Странно. Нет, не мне 50, почему... Громко так. А мне не 50, нет. Вы не правы, неправда. О нет, только не это. Знаете, что я ненавижу? Арены. Арены в платформерах. Особенно если я не помню, как... Ворачиваться и играть. Кек. Пам-пам-пам-пам-пам. Оп-оп-оп. Изи. Со скоростью, кстати, гораздо прикольней. Еще раз скажу. Со скоростью гораздо прикольнее играть. По крайней мере, с ускорением. Кайф, кайф. Она наконец-то не такая медленная, она наконец-то приобрела какой-то актив и стала лучше. Ну реально стала лучше. Просто если выключить ускорение, то все станет таким медленным, что прям уж играть неприятно. Та-та-та-та-та-та-та. Оп, цветочек. Ну да. 23. Ну, 23 такое. Там, по-моему, до 50 раскачивается с копейками. Если на максимум. Так, это путь наверх. Наверх мне не надо пока что. А. Вон оно что. Вон оно что. А как мне... А так, а, в смысле? А, это нечестно. А как мне проникнуть на ту сторону? Видимо, через верх. Или... да. Или да. Или да. Так, дурацкая моль. Отвали. Зачем я их бью? А, я вспомнил, зачем я их бью. Эти муншарды, они... дают мне деньги. А деньги дают мне... возможность покупать всякое разное. Что ты хочешь от меня, телефон? Чё? Чего? Включай плейлист ее. Артисты со свежим звучанием. Вот пусть они со свежим звучанием отправляются в унитаз. О, это мини-босс. Ой. Ой. Ай. Я умираю. Ждем, 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 ждем. Бум. Ждем, 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 ждем. Я вот думаю, может пересобраться на стамину? А чё? Прикольно. Просто стоишь в углу и отстреливаешь по нему... всяким разным. Вай. Вай. Когда у него трёшка срабатывает, это... это другое. Ага. Ага, ай, трёшка. Дай ты ударить-то мне. Задолбал. Ну да тут, блин. Чёртова куча говна. Она реально достала меня. У меня, кстати, хила не осталось вообще. Мне кажется, или я победил? Интересно, а можно во время боя пересобраться? Где там символы?
Блин. Ладно. Пофигу. Я сейчас кликер поставлю просто на это все дело. Ой. Пойдем наверх. А! Это гнида. Зацепило все-таки. Ладно. В принципе, окей, ничего страшного. А мне... что-то я потерялся. Подожди. Туда мне не надо. Мне надо вообще пересобраться во что-то более интересное. Добавляет дальнобойный удар к ближним атакам. Пока что не надо. Пока что не надо. Сбор лунных ресурсов... такое. Отбросы. Пока что пусть будет. Увеличит урон от стрел при помощи кого-либо. Пойдет. Дает незимость после использования кулака исцеления. Сила огня сойдет. Ну, как-то так. Незначительно увеличивает наносимый врагам урон. Можно еще так вот сделать. Стрелы взрывают наносимый урон врагам. Блин. Все, я лучник. Я лучник. А, пофигу. Я лучник. Арен нету, и хорошо. Ускоряемся. Откуда-то сюда. Ай. И меня ни о чем. Бахаемся и понеслась. Че стрелы не взрываются? Или надо прям дождаться шкалы? Ладно, ждем шкалы. А, магия кончилась. Кайф. Вот надо пересобираться обратно. Зачем мне это говно без магии? Все равно выжирает. Надо что-то на восстановление магии. Чтобы мне магию восстанавливало. Значит, ну 46 это ни о чем. 56, 46 это вообще, что это? Это прикол какой-то, а не урон. Какая-то несмешная шутка. Ай. Ну вот как бы, да. Пятьсот. Как ему сейчас 500 прилетело? За что? 460. Ну такое. Да бы... твою мать! Ладно. Что там еще можно взять, снять? Расходуют магию, это нам не надо. Спутники, активирован, бред. Носим врагам урон при низком здоровье. Давай так, пока соберемся. Восстановление маны, все равно ничего нет. Поехали. Ой. Уйдите. Мешаете. Моя стамина. Дай, иди ж твою мать. Всю ману нахер просто сливал.
слил сразу же. Да, кнопки. Кнопки забываю. Какого-то хрена. Давай. Пулеметный огонь. Ага. Это у него со второй фазы начинается, или он сразу это может по три шарашить за раз? Аватар. Или Аватар X. Уверен. По-моему, такое было в Dark Souls. Чисто такая же лужа с мечами внутри. Это сколько мне магии восстановило? Нисколько? Что ты мне сделаешь? Пока он не срет своей херней, все окей. Ну, вот этой вот, которая, да, вот этой херней именно, да. У которой почему-то одна штука летит дальше, чем остальные. Вот он даже если там сейчас заюзает свое говно, мне прилетит. А если мне прилетит, это хана. Ну, в принципе, все окей. Мне не прилетело, как ожидалось. Па-па-ра-па-пам-пум. Кстати, болтос. Не помню, что за болтос дают. Ай, пофиг. Так, надо пересобираться. Мне этот сетап не нравится. Он тухлый какой-то. Мощный выстрел. Так, при низком здоровье мне точно не надо. Защиту при хиле мне тоже не надо. Лечение при сборе кристаллов пойдет, отбросы пойдет, и урон незначительный. В принципе, тоже сойдет. А? Рынк. Отдай! Дурацкие кристаллы, блин. Надо найти карту, которая разрешает их магнитить к себе. А не вот это вот все. Подожди, там секретка. О. Кек. Это было слишком быстро. Слишком. А! Селедка. Селедка, это зашибись. Цветочек. Сюда. Наверху ничего нет. Жаль. Эх, вот бы урона побольше. Было бы так здорово. Дурацкий ветер. Долго не заканчивается. Ну, хватит срать перед собой. Один срет перед собой. Ай, нет. А, эта хрень меня не дамажит, она лечиться не позволяет, насколько я помню. Страшный ветер. Обосрался просто. Чё скажешь? О, кстати, что у тебя есть на продажу? 508 спекулянт. Увеличит количество собираемых лунокристаллов. Звучит отлично, но дорого. Защищает от негативных эффектов. Херня. Автоматически собирает лунокристаллы после смерти врагов. Черт возьми, да. 160 осталось. Усиливает действие колокол исцеления пропорционально количеству смертей. Мэ. Защищает от смерти. Мэ. Так, 580 мы копим, да?
580 мы копим, и хризантему я покупаю сейчас. А копим мы 580. Мне дали карты или... Да, мне дали карты. Мне нужен четвертый слот под карты. А я не помню, где он. Очищает негатива. Автоматически собирать кристаллы. Вместо литл урона. Да. Сойдет. Так, сек. Сек. Секс. Слышь, котяра, нужен телепорт. Мне нужен дополнительный слот. Тут сюда куда-нибудь. Нужен дополнительный слот под карты. Их должно быть 4. Что здесь? К счастью, на такой скорости можно что угодно. Вот серьезно, отдохнуть. Да. Вы мирно спите. Потрясающе. Даже не показали CGI, где она голая. Ну ладно. Ну пожалуйста, ну и не надо. О, ачивочка, друг кошек. Окей. Здорово, старикан. Чё тут? Читать. Проводящихся в деревне мероприятий. Класс. А, сюда. Ага, что это? Возвращайтесь позже. Блин. Сюда. Чё это? Увеличивает размеры мощности священного листа при броске. В каком броске? Я умею бросать лист? Блин, есть какой-то удар? Она должна делать сальтуху в прыжке. Ладно, неважно. Вниз? Подожди, здесь... Я вижу здесь спрыг вниз. А где он? А, это, наверное, он, да? Ладно. Так, еще вот эта дыра, да, осталась? Пойдем прочекаем, что там есть. Заодно колокольчик звякнем. Засейвимся. А в смысле, а я его пропустил, да? Ну и ладно, пожалуйста, ну не надо. Так, что это? С другой стороны, видимо, открывается. А! Что это? Стрелок. Скорость полета стрел. Мэ. Ой. Ни хрена себе он резкий. А чё он какой резкий? Жесть какая. Что это? Кошмар. Здесь есть секретка. А где? А-а-а. Подожди, она, наверное, с той стороны. Нет. А капа... В смысле? А где? Где-то в этом квадрате. Но где? Strange. О, нашел. Нашел. Вот, если бы не дурацкая скорость Мамадоры, она бы была, во-первых, суперизичной. И, ну, блин, реально какой-то расслабляющий метроидвания для детей. Что, не можешь, да? Не можешь, гнида? А? И как бы в этом нет ничего плохого. Приятно посидеть вечерок. Какой-нибудь скучный летний или зимний. И пошпарить в Мамадору. Помамадорить, так сказать. Прочесть надпись. Статуя высшей жрицы, курицы этой деревни. На пьедестале у нее надпись. Память о Кахо Рейнол. Рейнол, высшая жрица, облаченная в черное платье жертвы, героиня «Наш народ». Это, скорее всего, предыдущая героиня предыдущей игры. Следующая будет построена ее честь на второй год реконструкции, когда наш дом был переименован в Лун. Вернее, из Лун в Коха. Память об ее отважных спутниках Луни... Чьями Немилори, павших от рук демона Хаегока, будет почтена в восточном святилище. Потрясающе. Секреток нет, и хорошо. Неохота за ними гоняться. О нет!
Нет, ненавижу арены. Это такая тупость. Это такая тупость. За что мне эти тупые арены? Базы разбиваются. А. Здесь еще что-то есть. Наверное, с той стороны. Ага. Га-га. Ладно. Дальше. Неприятненько вышло. Ну ладно. Подожди, там. Здесь еще что-то есть. А, внизу цветочек. Как мне туда попасть? Ну, очевидно, что как-то через низ. Но как? Умри! Засада. Золотая лунная пыль. Это для дымки, да? Да, 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 да. Или нет? А, и это все? Ну, ладно. Пойдем тогда дальше. Хорош. Хорош. Нифига. Ладно, значит, нам вниз куда-то. Ага, цветочек. Плюс урон. 29 маловато. Надо до 30-ки хотя бы раскачаться. Крайняк с ракет. Так, дымка, 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 дымка. С дымками пока ничего не сделаем, поэтому похер. А, есть еще путь куда-то вниз. Но прежде чем мы пойдем в путь куда-то вниз, надо дернуть колокольчик, а то умрем ненароком, и все. И жопа. Начинай сначала. Вот что-то такое. Путника Кахо. О. Новые карты. Так, это... Скорость полета стрел. Значительно? Значительно. Размер и мощность священного листа. Но мне нужен четвертый слот. Без четвертого ствола... Слота неинтересно. Целитель. Храбрец. И ведь не написано, что они делают. Гнидство. Ладно, пусть будет целитель. А! Храбрец мне помогал с уроном. Место для рыбалки, это понятно. А вот там еще есть какая-то скверна. Надо ее очистить. Что-то с этой вахой. Совсем уже. Вот так. Идеальное уклонение. Так. Ага. Нас не догонят. Так, это где-то наверху. Пойдем наверх. В принципе, мне-то что? Там, наверное, деревце проросло, которое я сажал тогда еще. О, ты кто?
Ты в порядке, Серед сказал, что тебя нашли раненым глубоко внизу. Все нормально. Не забывай отдыхать. Спасибо за совет. Что бы я без тебя делал? Так, с этим секретиком покончено. В принципе, больше в деревне ничего не осталось из доступного, поэтому утекаем отсюда. Так, о. Кошак. Погнали. Нам надо зачистить что-то еще. Я что-то где-то не нашел. Вижу, что я. Что именно я не нашел нам сюда. Нам прямо в эту зону. Там до хрена всего. А где четвертый слот, я не смотрел в гайдах, поэтому. Будем выяснять на ходу. Ай. Блин, наверное, их надо зачищать. Мне деньги нужны. Да, умирают они быстро, но дают мало очень. Очень мало. Очень мало. Вообще прям катастрофически мало. Катастрофически мало. А? Да умираю. Все, отвали. Отлезь. Так, я что-то здесь нашел. Ну что? И где? Я не вижу. Что здесь можно было не найти? Кто-нибудь видит? Потому что я не наблюдаю. Может быть, взять его? Что он делает вообще? Что делаешь? Понятно. О, хорошая карта. Так, вернем-ка мы целителя. С этим все. Теперь вниз. Глубоко вниз. Наверное, все-таки надо их устранять. Они мне мешают. Больно. Сколько, интересно, за него дадут? Хек. Ничего? Серьезно? Ладно. Я был. О, кошки. Такс. Наверное, лучше через право пойти. Ну, что-то за них очень мало дают. Гриндить как-то такое себе здесь неинтересное занятие. Я бы даже сказал, скучное. Ладно, хотя бы не заставляют. То есть, в принципе, можно забить вообще на весь этот гринд и просто изично пройти самому, без всего. Спидранеры так и делают, кстати. Отпусти меня, дурацкий лифт! Блин. Там проход есть. Слева. Из лифта не дают, кстати. Вот прикол. Из лифта не дают. Так дают, из лифта не дают. Простой куб. Класс. И что он... Что делает простой куб? Исследователь. Ну, ладно. Так, с этим все тоже закончили. Дальше пойдем. Да блин. Да блин. Скорость! Ёбаная вода. Умри. К-
Как хорошо, когда не надо париться, а? Ну, в плане сбора этой говнины. Так, здесь тоже закончили. Окей, это супер. Супер хорошие новости. Супер хорошие новости. Так, дальше куда? Дальше, 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 дальше. Что еще не собрал? Вот здесь какая-то хрень. Там понятно, вот здесь какая-то хрень у кота. И, в общем-то, все. Это я не заберу пока что. Остается только вот это говнище собрать. Погнали, наверное, к коту, но не к верхнему, а к левому. До него вроде как быстрее идти. Эй, чё, в смысле? А. По дороге будем лутать всякое полезное. Где-то еще должны быть места для проращивания. По идее. По идее, по идее. Как они и выйдут стрелы? Как же они и выйдут стрелы? К тому же, к плюсам выбора этого пути можно отнести то, что здесь есть враги, за которых дороже платят. Вернее, больше платят. Это тоже своего рода хорошая характеристика. Так. Надо сгонять еще в одно место, прежде чем отправимся дальше. Где-то здесь что-то есть. Причем даже не в этой. Не в этой зоне. Эй. Да блин. Дурацкий краб. А, я даже вижу, где примерно, да? Скорее всего, оно там находится. Но. Ожидаемо, ожидаемо. Но это не то. Это все херня. Блин, а где мне найти четвертую карту? Четвертый слот под карту. Кошак. Поехали дальше. Здесь я все закончил. Странно. Ну ладно, давайте к этому тогда, к шагу. Так, секретка где-то здесь. Скорее всего, на левой части стены. Может быть, и на правой. Странно. Очень странно. Но она точно наверху. А, она, наверное, там. За этим. Да, она, скорее всего, там. А как мне туда попасть? А никак мне туда не попасть. Хотя я там был. Нет, я там не был, вру. Я был справа. Дурацкая карта. О, как же они выйдут стрелы? Как же они выйдут стрелы? Такс, окей, это все фигня. Конечно. Тебе надавать, гнида такая.
бронебойная гнида. Так, сюда. 550, 95. Ну, такое. Он меня не заметил, хотите сказать? Ну, ладно. Окей. А, есть хоть налево, хоть направо. Сложный выбор. Пойдем налево. Лазерный черт. Чуть не убил. Ох, ёп. Он херачит сквозь стены, это нечестно. Дай сюда. Так, секреток нет. Отлично. Срез. Ну да, я так и знал. Это было ожидаемо, очевидно. Но это не четвертая карта. Это хреново. Цветочек. А-а-а, что ты мне сделаешь? У него аж звук завис. Нет! Черт. Я цветочек-то хоть забрал. Я надеюсь, что... А! Я надеюсь, что срез я открыл, потому что... Возвращаться мне туда неохота. Норма. И цветочек я забрал. Кайф. На скорости с ними сложно. На скорости с ними сложно. Да блин. На скорости с ними беда прям. Они слишком быстро лупят. Хоть скорость понижай. Но я этого не хочу. Трындец. Вы чё, прикалываетесь? А как мне с ними сражаться на такой скорости? Они слишком скоростные. Для мамадорских медленных забегов это не то. Так быть не должно. Чё за фигня? Давай. Да он просто насилует. Их почему-то в станок не вводят. А, убило просто сразу с павном. Ладно. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что такое? У меня кубик высирает время от времени кристаллы, да? Кайф. Так, придется... Придется выключить. Временно. Какая же она медленная. Посмотреть, жесть просто. Не, ну... Ну как бы, ну да. Но все равно. Они такие скоростные. Даже на такой скорости они гниды полнейшие. О, вернулись обратно. Как будто только что в аквариуме побывал. Ой. Маленько не то зарядил. Не-не-не-не-не, ты ко мне не подходишь. Не подходишь. Ману сюда. А тут еще что-то есть. А, вон вижу, да. Действительно есть.
Нет, чертовы суккубы. Я не дам вам. Ну, в прямом смысле не дам. Звякну разок. А тут ни хрена и нет. Ну, в принципе, можно подняться наверх за плюшкой. Если не умирать, конечно. Если, конечно, не умирать. О, картёшку вижу. Кто пишет мне на телефон и что вам надо от меня? Так, показалось? Капец. Капец. Или не показалось? А, я знаю, кто пишет мне на телефон. Че? Понятно. Ясно, понятно. Продолжим с. Так. Лунная дымка. Так я же взял пыль. В чем проблем с... Дурацкая дымка, ладно. Отстань, женщина летучая мышь. Чёртовый Бэтвумен. Убийство врагов становит немного здоровья. Ну, звучит как план. Будь у меня четвертая карта. Да бляха-муха! Нет! Только не ты! Оно умерло. Каев. 33. Все еще мало. Пойдем вниз. Хотя, там еще направо был проход. Ну ладно. Пойдем вниз. Надо срез тогда сразу открыть. Отлично. Секреток нет. Хера тут нет. Черный колокол. О. Слишком изи как-то. Правда, я умираю? Ладно. Шиштренка, задумал присвоить гости себе. А! Не надо. Так, он бронированный. А нас убило, кстати. Ну, в принципе, и ладно. Было чертовски весело, но, видимо, эта игра не закончится никогда. Ну да ладно. Продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.